pauses, not pauses. Gdzie wasze domaśnie zadanie? Nie, Trójbiata. Zdrać swój cię. Gdzie był mnie? Nie znaju. Здравствуй, Ричард. О, здравствуй. Спасибо всем, кто пришел на эту важную конференцию. Здесь не все, поэтому я буду записывать. А, да-да, благодаря тому, что Ричард может быть. В следующем месяце мы совсем узнаем, что произошло. Да-да, спасибо, Людмила. Ну вот. Запис начинается. А. Ну вот, что случилось? Эти студенты не понимают. Такие люди, как Марк, он читает только об истории, но не о грамматике. Эти студенты не мотивированы. Они так же плохи, как и студенты, которые учатся на испанском языке. И знаете, что самое плохое? Никто не записывается на интенсив. Один момент. Мне нужно выпить кофе. Ой. А, привет. Привет. О, спасибо, Ричард. Ты узнал, что я хотела кофе. Этот был мой. Ты не хочешь сахар или молоко? Садитесь, пожалуйста. У нас мало времени. Дело в том, что студенты третьего года мало занимаются русским языком. Кажется мне, они не хотят достичь своей цели. Например, я задаю им домашнее задание, а никто не делает к мне. А дальше Доминик всегда пропускает урок. Он это очень плохо. И во-вторых, Эмили всегда говорит о рок-звезде и песне Цоя или Михаил Горбачева. Но тогда она не знает список слов. Это очень плохо. В общем, я пробую дать им качественное образование, но они просто общаются с друзьями и сидят на интернете и Снапчате, Инстаграме и так далее. У меня также проблем. Никто не сделает домашнее задание. Отсюда ты пришел? Я сидел всю встречу. Мы студенты никогда закончивают домашнее задание. Каждый день я объясню и спрашиваю, если бы кто-нибудь поднимал. Все студенты бы отвечали «да». А в следующем днем никто не делает. И что еще хуже, студенты на первом курсе не умеют писать «здравствуйте». Я не знаю, почему они не могут понять клаузы, а не паузы. Я даже говорю по-английски. Вы думаете, что это плохо? Вчера я пытался преподавать предложение «Падеж» и трое студенты просили русский язык. В конце года никого не останется. Ну, в чем дело? Я поставила оценки студентам на двойку и тройку. Но мне хочется поставить им четверку или пятерку. Я волнуюсь за наших студентов. И моя работа помогает им сдать экзамен. Но я не уверена, что они сдадут и его. Ричард, ты пишешь такие трудные экзамены. Эти студенты слишком глупые, чтобы сдать их. Нет, это не проблема. Я не знаю о домашних заданиях этих студентов. Они используют слова, которым я их никуда и никогда не учил. И не имеют грамматических ошибок? Ой, я показала моим студентам клип об измене.
Но я не думала, что они пользуются шпаргалками. Давай дадим всем двойки.